Мой приперлась. Здрасте. Два дня дочь не видела. Ну, мам. Ну, где была-то, хоть расскажи. Да гуляла. Гуляла? Да. Да? Да. Я на чуть-чуть. Чуть-чуть погуляла? Да. У тебя два дня, сучка, дома не было? Два. Два с половиной. Две ночи не ночевала. А? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть? Да. Ты смотри, чтоб тебе там чуть-чуть. Знаете, какой один из самых популярных вопросов, который я получаю в своей жизни? Это берлога, а почему так происходит? Что с нашими женщинами? Откуда это все идет? Из семьи. Наши родители, современные родители, порой даже не имеют представления, как воспитывать детей. Они погружаются в какую-то, знаете, телерастию вот эту вот, да, что ребенку все можно, ругать нельзя, там наказывать не нужно, ребенок это свободная личность. А потом вырастает то, что вырастает. И здесь вот на этом видео мы видим с вами на живом примере, что ну дочь гуляла 2,5 суток. Где ты была? То есть мать не интересовалась, где все это время была дочь. Мать отпускает такие шуточки, что главное, чтобы тебе там не присунули, да? А может быть, она радуется, главное, чтобы дочь не принесла. Никакого воспитания, никакого общения. Все на хихоньках, на хахоньках. А, гуляешь, ай, мать ее, блядь. Что, дело молодое, нагуляться надо.